Минздрав намерен привлечь надбавками специалистов в удаленные села. Об этом глава ведомства Хажар Гиниат заявила во время визита в область Улутау. Министр посетила медицинские заведения региона. Повсеместно ощущается дефицит кадров. Всего в Улутау не хватает более 50 врачей разных профилей. Министерство здравоохранения решило усилить меры поддержки для привлечения узких специалистов. Более того, в ближайшие 3 года в 2 районах области будут построены 20 новых объектов здравоохранения, которые тоже нужно обеспечить кадрами. Так как это отдаленная область, мы сейчас поднимаем вопрос о дополнительных пособиях, заработной плате для приезжих специалистов. Мы ставим перед собой задачу помочь прибывшим медикам закрепиться. Решаем этот вопрос.